барабанные палочки. Есть. Дедушка. Нету дедушки. Туда-сюда. Есть, туда-сюда. Бычий глаз. Бычий глаз есть. Ровно 57 лет тому назад, 21 июня, мирные жители нашей страны отдыхали и не знали, что будет завтра. А завтра была война. Мне хочется вам пожелать, дорогие мои, чтобы каждый ваш день, следующий день, был любым, трудным, сложным, даже очень сложным, но непременно мирным. Сегодня 21 июня 1998 года. Мира, счастья, добра и, конечно же, удачи вам всем, дорогие мои. 193-й тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото» мы начали в прямом телевизионном и радиоэфире. Сегодня профессиональный праздник. День работников медицинских... нельзя так сказать. День медицинского работника. Ну, в общем, это праздник всех людей в белых халатах. Сегодня в тиражной комиссии 193-го тиража доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Владимир Портненко. Здравствуйте, доктор. Рентгенолог Института скорой помощи имени Склифосовского. Вот понимаете, кино берет свое, Склифосовского. Конечно, скорой помощи имени Склифосовского. Тамара Лукьянова. Участковый терапевт 57-й городской поликлиники Валентина Жабина. Ну, я в самом начале передачи прям два раза ошибся. Очень рад, что среди вас нет врача-психиатра. Что-то сегодня со мной произошло. Ну вот, дорогие мои, значит, в ваши обязанности входит проверить наш игровой снаряд. Значит, вот, уважаемый врач-рентгенолог, просветите, пусть ли наш игровой мешок. Проверьте наличие всех номеров с 1 до 90. Я прошу вас наугад проверить несколько бочонков, сходятся ли все номера. И пока вы будете заниматься этим очень важным делом, потом нужно переставить здесь бочонки в любом порядке. Это очень важно для играющих, именно в таком порядке они потом и засветятся в мешок. Пока вы будете всем этим заниматься, я передаю слово нашей компьютерной группе. Татьяна Ионина! В 193-м тираже принимают участие 1 миллион 407 тысяч 218 купленных вами билетов. Все непроданные билеты уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 3 миллиона 518 тысяч 45 рублей. Ну как ваш консилиум? Чем закончился? Все хорошо? Все нормально. Все нормально. Ну, слава богу, я подставил наш игровой мешок. Можно уже, казалось бы, открыть задвижку. Если хотите, пожелайте удачи и счастья всем и, конечно, своим коллегам, всем людям в белых халатах. Удачи вам. Удачи вам. Удачи. Всего самого наилучшего. Вперед. Ну что ж, дело сделано, бояре. Ну вот, прошу вас теперь за стол тиражной комиссии. Прошу вас, там ждут протоколы. Вам не привыкать заполнять историю болезни. А болезнь здесь, конечно, давняя. Около 4 лет. Многие из вас болеют нашей игрой. Играть мы очень рады, потому что наша игра честная. Наша игра любимая. Она подлинно народная. Ну вот я сделал это... Очень важное для каждого играющего движение. Для начала перетасовал бочонки в мешки. А вообще, это обычно у нас делает наш почетный гость. И сегодня у нас в гостях народный артист России, популярнейший артист театра и кино Валерий Сергеевич Золотухин. Это вам, Валерий Сергеевич.
наши аплодисменты. Но когда наши телезрители и наши игроки в студии узнают, что сегодня день не совсем обычный для визита артиста на телевидение, я думаю, что они зааплодируют еще громче. Валерий Сергеевич, сегодня день рождения. Поздравляю. Мы от души поздравляем вас. Вручаем вам подарок от дирекции «Русского лото». Валерий Сергеевич Золотухин. Это вам. Днем рождения. Валерий Сергеевич, я прошу вас, значит, вот эту почетную обязанность выполнить, немножко перетасовать бочонки в мешке. Ну вот, я думаю, что этого вполне достаточно. Спасибо большое. И вам слово, если вы скажете нам несколько слов, я буду рад, потому что все-таки вот 21 июня вы родились. Это не совсем обычный день календаря в России. Да, я благодарю вас, благодарю всех присутствующих за эти аплодисменты, за эту жару, которая здесь сегодня гораздо, по-моему, соперничает с жарой на улице. Я хочу сказать, что да, мой день рождения вот совпал с таким канун печальный. Я хочу, чтобы в жизни всех нас таких канунов, таких дней рождения было меньше. Чтобы дети рождались в замечательные праздники, пасхальные, апрельские, рождественские, январские, допустим. Потому что когда, так, говорят, такие дети счастливые. Я не хочу сказать, что я несчастливый, да. Но все-таки, чем больше счастливых людей, детей, тем больше, тем богаче наша Россия, тем богаче наш народ. Спасибо всем. Удачи. Спасибо. И удачи всем играющим. И, конечно же, удачи я желаю вам. Валерий Сергеевич, я прошу вас играть, да, вместе с нами. И через некоторое время вы будете играть за нашим игровым столом. А сейчас в нашей студии, конечно же, народный артист России Валерий Сергеевич Золотухин. Ну вот, сегодня день медицинского работника. Я уже об этом довольно неуклюже сказал. И думаю, что стоит еще раз вернуться к этой теме. Потому что у нас за игровым столом замечательный хирург. Доктор медицинских наук, профессор, академик Лазерной академии России, хирург-онколог, человек с золотыми руками. Евгений Странатко. Евгений Филиппович, я думаю, что вашими золотыми руками вы принесете удачу как минимум нескольким играющим в 193-м тираже. Итак, будьте внимательны. Сейчас мы начнем игру. Начнем игру в первом туре. Посмотрите внимательно на свой билет. Он синего цвета с надписью 193-й тираж. 21 июня 1998 года, 11:15 по телеканалу России, параллельно на волнах радиокомпании «Маяк». В первом туре мы разыграем денежный приз в размере 17 590 рублей. А предстоит это сделать нам с вами. Будьте внимательны, мы начинаем игру в первом туре. Номер 27. Номер 27. Прошу. Номер 66. Номер 66. Игра идет до того момента, пока компьютер не отыщет среди купленных вам билетов один или несколько билетов, которых 5 чисел одной строки будут зачеркнуты. Номер 47. Номер 47. Как минимум, это должно быть 5 бочонков. Номер 80. Номер 80. Конечно, о ваших операциях нужно рассказывать в специальной передаче, Евгений Филиппович. Ну, дело в том, что у нас просто нет для этого времени, но тем не менее, то, что вы делаете в государственном научном центре лазерной медицины, просто уникальное явление в жизни России. Номер 24. Номер 24. Игра продолжается. Продолжается. Игра продолжается, прошу вас. Номер 78. Номер 78. Стоп, игра! Стоп, игра! Первый
авантуре выиграла 5 билетов. Выигрыш по 3518 рублей. С вашей легкой руки есть выигравшие. Евгений Филиппович, еще раз вас поздравляем с праздником. Днем медика. И буквально на несколько секунд вам слово. Ой, спасибо большое. Дорогие друзья, я прежде всего, конечно, хотел бы поздравить всех телезрителей, медицинских работников, людей трудной профессии и пожелать им дальнейших успехов в своем благородном деле. Браво! Браво! Вы возвращаетесь на свое место, продолжайте играть вместе с нами. А мы здесь ждем игрока, с нетерпением ждем игрока под номером 78. Именно этим номером и закончилась игра в первом туре. По-моему, вас сразу поцеловала ваша супруга. Вот здесь у вас помада на лице. Ну что же, а теперь подарок от нас. Мягкая игрушка от фирмы Liberty. И именно с вами мы сейчас и продолжим игру. Игра в первом туре завершилась, сейчас мы начнем игру во втором туре. А для этого нам нужно вытащить как минимум 5 бочонков. Это номера игроков, которые занимают места за игровым столом. Будьте внимательны, мы здесь начинаем игру во втором туре. По одному бочонку из мешка. Зачеркивайте эти номера в своих билетах. Номер 44, стульчики. Номер 44. Вот ваше место, номер 44. Номер 46. Номер 46. Прошу вас. Номер 15. Номер 15. Прошу. Номер 16. Номер 16. Номер 16. И последний, 5-й игрок. Номер 72. Номер 72. А вас, конечно же, ожидают еще призы от дирекции Русского Лото. Вот теперь вы возвращаетесь на свое место и продолжаете играть вместе с нами. А мы, сделав эти 5 ходов, уже начали игру во втором туре. А во втором туре она закончится тогда, когда появится билет или билеты, в которых раньше других билетов будут зачеркнуты все 15 чисел карточки. Любой карточки, верхней или нижней. Такой билет или такие билеты разделят между собой денежный приз в размере... 35 180 рублей. Играть будем вместе с вами здесь за столом. Готовы к этому? О, наш друг из Англии. Сейчас мы проверим. Это наш друг из Англии. Я особенно рад вас здесь приветствовать. I'm very glad to see you. Сейчас мы проверим. Сейчас мы проверим, понятен ли язык русского лото всем без перевода. Итак, будьте внимательны. Мы продолжаем игру во втором туре. Номер 71. Номер 71. Прошу вас. Что у вас там, супруг остался? Что? Нет. А что? 74. Ну, пожалуйста, давайте я покажу только телезрителям. Номер 74. Номер 74. Так, будьте внимательны. А, вы ручку забыли. А что вы стесняетесь сказать об этом? Подумаешь. Прошу. Номер 29. Номер 29. А вот наш друг из Англии. Прошу. Видите, все понятно, все делает без перевода. 55. Вот номер 55. Единственное, что нужно перевести. Русское лото, это понятно всем. Номер 20. Номер 20. Вот только как перевести то, что очень трудно переводить? Вот эти стульчики там. Не знаю, немецкий учил. Вы немецкий учил? Конечно. Ну, можете по-немецки сказать. Как это будет по-немецки? Не помню. Не помню. Хорошо учил. Номер 30. Номер 30. Это как Аркадий Исаакович Шейкин говорил, у меня высшее, но без среднего. Номер 35. Номер 35. Прошу вас. Вы можете сами назвать номер? Какой? 18. Совершенно верно. Номер 18 в жизни. Раз бывает 18 лет. Номер 18. Will you please? I will. Thank you. 52. 52. Буквально на одну минуту мы прервемся, потому что сейчас на волнах радиокомпании «Маяк» небольшой информационный выпуск. А у нас есть чем
проинформировать наших игроков. Потому что 28 июня на стадионе «Лужники» праздник газеты «Московский комсомолец». В программе праздника выездной тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото». В 16 часов мы ждем вас во Дворце спорта в Лужниках, где состоится этот тираж. Вы можете приехать в Лужники, купить билет или купить его заранее в городе у наших распространителей, приехать туда на стадион, сыграть вместе с нами, после окончания тиража получить свой денежный выигрыш. И учтите, что мы разыграем прямо там, в Лужниках, специальный приз дирекции «Русского лото», автомобиль ВАЗ-21053. Но только для тех, кто придет на стадион. Ну что же, вот, пожалуй, и все. Ну вот, мы остановились на 52. Итак, 52. Номер 52. Прошу вас. Номер 49. Номер 49. Прошу. 33. Номер 33. Номер 33. Прошу вас. 41. Номер 41. Номер 41. Тот самый 41 год. Прошу. 14. Номер 14. Номер 14. 82. 82. 82. Номер 82. Прошу вас. 60. Номер 60, ровно. Номер 60. Ваш ход. Вы не обидитесь? Да нет, конечно. Ну, слава. Вы не обидитесь, это играет. На такого человека обижаться, говоришь, на 40. То есть на такого не стоит, все-таки. Конечно. Вы меня все-таки к психиатру. Уважаю. Понятно, номер 40, ровно. Номер 40. Да я шучу. Вы знаете, испокон века, за столом всегда, когда играют в лото, всегда шутили. Номер 83. Номер 83. Всегда собирались за столом поиграть, пошутить. 30. Номер 37. Номер 37. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Вот сейчас у меня экзамен, как ему объяснить-то? Ну, в общем, we have one ticket. One ticket. One ticket. Mm-hmm. Как бы это сказать-то? Ну, в общем, почти все номера зачеркнуты. Один остался. Понимаете меня, да? I'll wait a minute. Is that what you... Only one. One ticket. Only one ticket and only number. Ну, в общем, вытаскивайте, сейчас все получится. Нет, only... No? Yes, yes. 65. Номер 65. Номер 65. Лидирует два билета. Слава Богу. Окей. Окей. Потому что если бы он сейчас выиграл, как бы я ему объяснил? Я вообще не понимаю. Так, 42. Номер 42. Номер 42. По-прежнему лидирует два билета. Давай, ребят, я прошу вас, кто-нибудь из наших выиграйте. Потому что если он выиграет, я не знаю, как ему объяснить. Стараемся сейчас. 22. Номер 22. Номер 22. Лидирует три билета. Три билета. Три билета, в которых 14 номеров из 15 зачеркнуты. 79. Номер 79. Номер 79. По-прежнему лидирует три билета. Три билета. Так, прошу вас. 76. Номер 76. Номер 76. Лидирует 4 билета. 4 билета. Урок английского продолжается. Will you please? Okay. Okay. Thank you. Thank you. 62. 62. 62. Номер 62. Лидирует 6 билетов. 6 билетов. Все обошлось, слава Богу. Номер 7. Номер 7. Стоп, игра! Победа! Во втором туре выиграл один билет. Выигрыш 35 180 рублей. Давайте поздравим! Давайте все поздравим!
обладатель этого счастливого билета. Давайте поздравим вас, потому что, вытащив этот счастливый бочонок, вы тем самым закончили игру во втором туре и получаете специальный приз от дирекции Русского Лото. Это магнитола. А все наши играющие за столом, включая английских друзей, получают сувениры от дирекции Русского Лото. Вы возвращаетесь на свое место. Продолжайте играть вместе с нами. А я здесь жду игрока под номером 7. Именно этим номером и завершилась игра во втором туре. Вы получаете мягкую игрушку от фирмы Liberty. И именно, не уходите. Если вы уйдете, то с кем же я сделаю это? А нужно сделать очень важное дело. Нужно вытащить 5 бочонков из мешка. Игроки под этими номерами занимают места за игровым столом, учитывая, что у нас в студии еще есть англичане. Прошу. Номер 86. Номер 86. Вот ваше место за столом. Номер 73. Номер 73. Сделав эти 2 хода, мы начали игру в 3-м туре. Будьте внимательны. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Номер 13. Прошу. Номер 69, туда-сюда. Номер 69. Номер 69. И последний 5-й игрок, это номер... Номер 43. Номер 43. А вас ждут призы от дирекции Русского Лото. Итак, 5 ходов сделано. Игра в 3-м туре началась. Закончится она тогда, когда появятся билеты или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 30 чисел билета. Такой билет или такие билеты разделят между собой денежный приз в размере... 52 770 рублей. Более 52 тысяч рублей мы сейчас разыграем с этими милыми женщинами, которыми не привыкать пускать деньги на ветер. Итак, будьте внимательны, зачеркивайте в своих билетах. Номер 90. Дедушка. Номер 90. Мы начали игру в 3-м туре. Номер 64. Номер 64. И продолжаем ее до тех пор, пока не появится билет, в котором полностью зачеркнуты все 30 номеров. Номер 38. Номер 38. Прошу вас. Номер... Вот. Вот. Номер 11. Номер 11. Ну, вы догадались, почему так все радуются? Ну, наверное. А за что? Не знаете за что? Конечно же, за ваше обаяние, красоту. И, конечно, за то, что вы вытащили счастливый бочонок номер 11. Он счастливый для нас. Это барабанные палочки. Когда-то давно так называлось Русское Лото. Вам причитается приз от дирекции Русского Лото. Продолжаем игру в 3-м туре. Номер 54. Номер 54. Разыгрываем более 52 тысяч рублей. На новые. Номер 56. Номер 56. Ваш ход. Прошу. Номер 26. Номер 26. Прошу. Номер 85. Номер 85. Как себя чувствуете? После получения приза я имею. Номер 4. Номер 4. Ваш ход. Номер 28. Сено 8. Номер 28. Прошу. Номер... Просто вот так обыденно сказать. Номер 45. Номер 45. А вы догадываетесь, почему сейчас мы так все радуемся? Нет? Потому что адрес дирекции Русского Лото. Ленинский проспект, дом 45. И тому игроку, который вытаскивает этот счастливый бочонок, естественно, причитается приз. Вы получаете приз от дирекции Русского Лото. Это вау! Продолжаем игру.
Номер 9. Точка внизу. Номер 9. Ваш ход. Номер 51. Номер 51. Вы можете сами называть номер, который вы вытаскиваете, если хотите? Один. Номер 1. Номер 1. Выхожу один. Я внимание. Дорогу. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Ну, раз появился такой билет, мне объяснить вам-то будет совсем просто. Значит, каждый ход может быть последним. Да. Если вы вытаскиваете бочонок, номером которого заканчивается игра в третьем туре, вы получаете наш специальный приз «Печь СВЧ». Но перед ходом, по законам игры в третьем туре, вы мне должны сказать «да» или «нет». Нет. Что, сразу «нет»? Нет. А знаете, почему «нет»? То есть «нет», если вы уверены, что сейчас игра не закончится, она продолжится, да? Смотрите, если ошибаетесь, то покидайте стол с утешительными 20. Призами. Номер 23. Номер 23. Игровая ситуация не изменилась. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вы остаетесь с нами. Да или нет? Ага. Угу. Да. Вот попробуй догадайся. Угу. Да. Что это? Угу. Да. Это? Как это понимать? Значит, да. Да? Да. Вот вы рискуете. Да? А что вы не аплодируете? Каждый день вы видите человека, который рискует. И так серьезно. Номер 59. Номер 59. Лидирует 3 билета. К сожалению, вы не угадали. Вы покидаете стол с утешительными призами. Мы аплодируем вам за смелость. Играем. Да или нет? Играем. Что значит играем? Играем дальше. То есть нет, вы говорите? Нет. Нет, хорошо. Да. Я должен понять. Играем, конечно, играем. Еще рано. Номер 12. Дюжина. Номер 12. Лидирует 4 билета. 4 билета, совершенно верно. 4 билета, в которых 29 номеров из 30 зачеркнуты. Нет. Нет. Нет? Да. Да? Нет. Да или нет? Нет. Нет. Хорошо. Номер 87. Номер 87. Стоп, игра! К сожалению, к сожалению. В третьем туре выиграл один билет. Выигрыш 52 770 рублей. Во-первых, не огорчайтесь. Во-первых, не огорчайтесь, потому что вас ждет утешительный приз от дирекции Русского Лото. Во-вторых, вы принесли удачу. Оставьте этот микрофон на месте. Сейчас его отстегнут. Вы принесли удачу, человек. Посмотрите ему в глаза. Только что с вашей легкой руки он выиграл более 52 тысяч рублей. Ну, поздравьте его. Ну, поздравляю. Конечно, поздравляю. Мы все поздравляем вас и всех игравших за столом. Мы ждем здесь игрока под номером 87. И именно этим номером и закончилась игра в третьем туре. Вы получаете призы от дирекции Русского Лото и мягкая игрушка. Давайте. От фирмы Liberty. Давайте сюда призы. Ну что же, я благодарю вас. А где призы от дирекции Русского Лото? От дирекции Русского Лото призы. Непременно они догонят вас. Я почему так тороплюсь? Потому что время в прямом эфире очень дорого. Сейчас принесут призы. А мы давайте вместе с вами поприветствуем наших почетных гостей. Это за нашим столом Валерий Сергеевич Золотухин. И ансамбль наших гостей из Беларуси, которых мы все бесконечно любим. Это ансамбль «Песняры». Здравствуйте, ребята, я прошу вас, садитесь. Мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Здесь разыгрывается ни много ни мало 97% призового фонда, а это 3 миллиона 400 тысяч рублей на новые. Я прошу вас, Валерий Сергеевич, по одному бочонку из мешка. Тройка. Номер 3. Номер 3. Игра продолжается. Игра продолжается, прошу вас. Номер 5. Номер 5. Ваш ход. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграл один билет. Выигрыш 52 771 рубль. Поздравляем от души. Номер 84. Номер 84. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграл один билет. Выигрыш 70 361 рубль. Обратите внимание, какие крупные выигрыши в четвертом последующих турах. Номер 68. Номер 68. Стоп-игра. Выиграла 4 билета. Выигрыш по 21 987 рублей. Номер 70 ровно. Номер 70.
Стоп, игра. Выиграла 5 билетов. Выигрыш по 17 590 рублей. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. Стоп, игра. Выиграла 4 билета. Выигрыш по 21 988 рублей. Номер 17. Номер 17. Стоп, игра. Выиграла 5 билетов. Выигрыш по 21 108 рублей. Номер 36. Номер 36. Стоп, игра. Выиграла 11 билетов. Выигрыш по 9595 рублей. Номер 34. Номер 34. Стоп, игра. Выиграла 18 билетов. Выигрыш по 5863 рубля. Номер 67. Номер 67. Стоп, игра. Выиграла 47 билетов. Выигрыш по 1497 рублей. Номер 48. Половину просим. Номер 48. Стоп, игра. Выиграла 47 билетов. Выигрыш по 2245 рублей. Номер 21. Номер 21. Очко, правильно. Стоп, игра. Выиграла 80 билетов. Выигрыш вот по 1319 рублей. А 21 номер. Сегодня 21 июня. 21, да. Естественно, игроку, который вытаскивает этот бочонок, сегодня причитается приз от дирекции Русского Лото. Ну что же, поздравляем. Номер 63. Номер 63. Стоп, игра. Стоп, игра. Выиграла 134 билета. Выигрыш по 787 рублей. Номер 8. Номер 8. Стоп, игра. Выиграла 253 билета. Выигрыш по 417 рублей. Номер 61. Номер 61. Стоп, игра. Выиграла 369 билетов. Выигрыш по 286 рублей. Номер 89, дедушкин сосед. Номер 89. Стоп, игра. Выиграла 649 билетов. Выигрыш по 162 рубля. Номер 39. Номер 39. Стоп, игра. Выиграла 1113 билетов. Выигрыш по 158 рублей. Любой. Ну вот вы достали номер, да. 25. Номер 25. Ведь в этом году исполняется 25 лет песнярам. Нет. Стоп, игра. Выиграла 1494 билета. Выигрыш по 188 рублей. Прошу, ваш код. Номер 58. Номер 58. Стоп, игра. Выиграла 3305 билетов. Выигрыш по 96 рублей. Ход. Ваш номер 50. Полста ровно. Номер 50. Стоп, игра. Выиграла 5038 билетов. Выигрыш по 90 рублей. Разыгрывается последний тур. Последний тур. Последний ход. Номер 75. Номер 75. Стоп, игра. Выиграла 7560 билетов. Выигрыш по 89 рублей. На 80-м ходу игры основной розыгрыш закончен. В мешке осталось 10 бочонков. Я прошу уважаемых наших медицинских работников, врачей, убедиться в этом. Я прошу вас еще раз проверить, теперь пуст ли игровой мешок. Вот здесь, значит, ровно должно быть 10 бочонков. Правильно? Совершенно верно, их ровно 10. Постараемся назвать их по порядку. Это те номера, которые зачеркивать уже не надо. По ним нужно проверить, выиграл или не выиграл ваш билет. Номер 2, номер 10, номер 19... Номер 31, номер 32, номер 53, номер 57, номер 77, номер 81, номер 88. Спасибо, доктор. Значит, обязательно непременно проверьте ваш билет на наличие выигрыша в туре на удачу. В левом нижнем углу три бочонка с номерами. Если все три, эти все три номера оказались в числе 10, которые остались после окончания игры, выиграли в туре на удачу. Я прошу компьютерную группу объявить количество выигрышевых билетов в туре на удачу. В туре на удачу выиграла 1486 билетов. Выигрыш по 71 рублю. Ну вот. Ну вот, слушайтесь в количество выигравших в этом 193-м тираже. Это самая выигрышная лотерея России, что нас бесконечно всех радует. Мешок пуст, все в порядке. Ну что же, мы с вами справились
со всеми нашими обязанностями, но вам не привыкать справляться с более сложными делами. Ну что ж, я от души поздравляю вас еще раз. С Днем медицинского работника. Спасибо. Дорогие врачи, вот видите, как за вами ухаживают наши артисты, артисты Московского театра клоунады. Я прошу вас пройти за стол тиражной комиссии, а нашим телезрителям хочу еще раз напомнить о том, что 28 июня мы можем встретиться с вами на стадионе в Лужниках, во Дворце спорта, где состоится праздник газеты «Московский комсомольц» и специальный выездной тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото». Непременно, непременно приходите, потому что мы разыграем для тех, кто придет на стадион, и только для тех, кто придет на стадион, наш специальный приз автомобиля ВАЗ-21053. Ну что же, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Как всегда, в следующее воскресенье в 11:15 мы ждем вас на телеканале «Россия». Или возьмите свой приемник, уезжайте на дачу, в деревню, и там можете играть с нами на волнах радиокомпании «Маяк», которая параллельно транслирует наши тиражи в прямом эфире. Сегодняшняя передача завершена. Ее завершают наши гости из Беларуси. Замечательный ансамбль, который мы, как выяснилось, уже 30 лет знаем и любим. Это ансамбль «Песняры». Кучаравая.